Как вы дошли? Нет, не здесь. Это мы ждали остальных. А в смысле, где вы ждали? Шоки были. Ну вот мы поэтому позвонили маме, она вот приехала. А если нет, то не так. Говорили, что удочерят. Ну, возьмут опекунство. Ну, радость, домой приехали. Маму увидели наконец-то за полгода. Польша, Беларусь, Москва, Крым. Приезжала московская проверка. И нам заставляли петь, типа, вот это Россию песню. Ну, типа, если не споете, то тогда, ну, пойдете к старшим вожатым и так далее. Сказали почти же в первый же день, все плакали, да. Ну, всем было грустно. Не знаю, никто почти не верил. Да. Ну, я не верила. Никто не верил, а потом... А потом это оказалось правда. Мы звонили маме, типа, ну, в итоге нам пришлось смириться. Конечно, очень тяжелое, да, мы ехали, мы не спали ночами, мы сидели, сидя, мы очень мало останавливались, ну, была цель забрать детей, мы понимали, что у нас есть цель, как говорится, нет препятствий. Да, мы бросили все, и всех, и родственников, и любимых людей, и как бы, ну, сообщали, где мы, как, ну, когда связь появлялась. Ну, этого стоило, чтобы сейчас видеть и радостные лица, быть счастливой. Тяжело, когда мы уже садились в автобус, и дети, которые там оставались, они так плакали через забор, вот это вот. А нас нет. А нас не доплакала. Я так долго Давайте помогу. Давай. Пошли. Это была очень трогательная встреча. Все заплаканные такие, дети, и мамы. Все это волнение вот такое вот. Ну что, слава богу, все уже, в принципе, почти позади. Мы уже на Украине, мы сейчас приедем домой. В Москве пропустили, потому что как она взрослая женщина. А тоже прождать нас целую, ну, 14 часов почти, как бы человеку тоже не спать, это бессонные ночи. Все может быть. Це теж привід для нас звернути увагу, приділити цьому. Просто прибіжала дівчинка і говорить, бабушці стало плохо. Ми прибіжали туди. Я говорю, вам плохо, вона да. И все, потом она, вызвали скорую сразу, она упала, скорая приехала, и потом... Ужас, там были ее детки, там были, ждали ее детки, это самое страшное, что может быть. И они маленькие ждали эту бабушку, она ехала ради них, такую проделала дорогу. Это было очень нам тяжело, очень страшно. Нам говорили то, что на неделю продлится, потом это продлилось на месяц, и мы уже поехали в другой лагерь. Ну да, нас заставляли вставать на русский гимн. Там, кто не вставал, типа писали докладные, объяснительные. Типа объяснительная на директора лагеря, типа, почему ты не вставал на гимн России, типа, не пел его, все остальное. Ну, я писал то, что, типа, я не хочу вставать на этот гимн, не хочу петь его.
объявление в городе Главителе, объявление, что наш отдел образования организовывает поездку детей бесплатную на море на 24 дня. Мы посоветовались, думая, решили, что девчонки давно море не видели, и такое положение решили, что на 24 дня это не так уж и сложно, не страшно. Типа мы сразу все расплакались. Потом мы там типа сказали, ну идите в свою комнату. Мы там в комнате были. Потом нас сообщили, что мы переезжаем в другой лагерь. Мы потом тоже расплакались. Поначалу было все хорошо, но когда и детям уже сказали, что их оставят там дольше, чем планировалось, да, у детей, конечно, было видно, что они расстроились, потому что не рассчитывали на такое. Он мне звонил, писал, мамочка, забирай меня, я не хочу в детдом. Ага. Все, поэтому. Страшновато. Ну, у нас были много тем. О движении вот этой вот России. Движение русского мира. Да. Было, да, такое? Интересно? Да. Слушайте, тут еще. 14 часов. Отлично. Вот вы все. Сейчас в одной группе. Да. Ну, вот. Нас как скот отсадили от всех. И все, мы сидели 14 часов. Без воды, без ничего. Я покрою. Если я подарил, я значит подарил. Отвечаю. Только что хотел. Одну секунду, зараз. Так, зараз постійте тут. Всім привіт! Всім привіт! 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 А ну! Ти останешся, що ти вже виростеш, зустрітимося, коли ти вже... Кіра! Кіра, давай сюди!